54-літня Віра Смирнова, переселенка із окупованого Сніжного, що на Донеччині, одна із небагатьох, кому пощастило вибратися із міста, яке майже повністю перетворилося на руїни. Жінка залишила все, взяла лише документи і поїхала. За її словами, туди, куди вистачило грошей. Так вона опинилася у Хмельницькому. Віра Миколаївна була поміщена у заклад 15 липня за направленням регіонального штабу з питань соціального захисту осіб, які є тимчасово переміщеними з окупованих територій. Ну, так сталося, що раніше Віра Миколаївна проживала в Нововолинську. Це Львівська область, а на даний час буду вже проживати в Хмельницькій області. Родом я з Нововолинська, Волинської області. От. Там я прожила дитинство своє. У мами нас було 8 дітей. От. Уже троїх сестер у мене нет. Умерли по онкології, родителей вже нету. Папу машина збила, як ім'я, папу насмерть збила. Через півгода після мами. Мама ушла в кому, теж серцем. Після папи? Ні, вона раніше йшла за полгода. Ну, старша йому ще є сестра, ну, теж вона больна, теж її оперували. Теж опухоль, тільки гортань вже, щитовидна железа. А младша ще не поїхала, тому що у неї на почві цього, як говориться, стрільби, криша поїхала. От таке. Виросли ми в віруючій сім'ї. Судьба нас сюди закинула опять на родину нашу, на западную нашу. Все думали, що це місяць-два просто не буде ніякої. Ніхто не думав, що війна буде. Думали, що просто мітинг, так не всі ж йшли голосувати туди. Понимаете? Просто я ж говорю, людям как? Хотілося, мабуть, жити краще, щоб вони, як говориться, щось строїли, щось було. А так у нас такі ціни були, іменно у нас в місті, це ціни космічні, я говорю. Я же говорю, у нас граничит Ростовская, Луганская, у нас дороже. Люди, например, чтобы себе что-то купить или продать, едут в Донецк, а в Снежном продают. Потому что у нас в 3-4 раза все дороже. Понимаете? Это не жили, а не выживали. Ни дорог, ничего не было. Я все смеялась, как гляну в окно, говорю. Девятиэтажки стоят, говорю, второй Чернобыль, говорю. Говорю, забыли, когда их последний раз красили, говорю. Страшно. Когда бомбить начали, то мы тоже сначала не поняли. Я говорю, я как раз ехала, я не помню, что по абрикосу я ехала в Торез. Думаю, бабах, думаю, что там случилось такое? Ничего не понимаю. Стояли эти, да, ну, говорили, что тогда ж мы думали, в Славянске то бомбят. Думаю, да, это не у нас, да, это не у нас, до нас не дойдет. Просто никто не ожидал и не думал. А потом доезжаю до рынка. Идем пешком, что-то там, говорит, такое, говорит, пол, говорит, города, говорит, площади, говорит, никак нету, говорит. Ну, идем же пешком дальше. Заходим, ну, там страшно. Там ужасно, конечно. Это было как раз в июле месяце, как нас бомбить начали. Июль, август. И на кладбище покоя не было. Я же бежали по полю, на поле выйдешь, поле. Пришли в школу в одну, дети маленькие, криком, кислорода нету, вентиляции. Кто думал, что такое будет? Бомбоубежище, да, даже ж не было вообще. Там вот так вот, я говорю, высота где-то вот такая вот, представьте, как люди маленькие с детьми, а мы куда взрослые? Пошли на одно поле, нет, пошли на кладбище, и там бомбят, говорю, караул, говорю, куда, говорю, нам ховаться, говорю. Я три ночи, вот это мы так ходили, бегали, прятались. Я говорю, в гробу это видела, говорю. Я поехала. Дают, говорю, 3 дня, говорю, надо ехать, говорю. Чего сидеть и ждать, говорю. Вечером пришла, говорю, только лягла, думала, хоть полчаса дреману. Какой дреману, как бахнет? Я сначала думала, телевизор взорвался. Поворачиваюсь, телевизор горит. А у меня плита вот так вот едет. Вот так вот, так все, зашла утром, взяла, говорю, документы, села и поехала. И все. Куда ты? Люди бы, наверное, уехали, денег ни у кого не было. С чем ехать? У кого были деньги, сели, поразъезжали. Я даже по вокзалу ходила, собирала, говорю, дайте хоть на кусок хлеба, говорю. Людей просила, а что оставалось делать? Не есть ничего. Вывозили нас
как дали нам 3 дня волонтеры, предупредили, сказали, что будут стрелять город, чтобы люди, кто могут, уезжали. Уезжали, вывозили нас автобусами до, как это город, Харьковской области называется. Изюм. До Изюма нас вывозили автобусами. А потом кто куда, у кого где есть родственники или кто-то так, знакомый. Так выезжали, думали, лишь на месяц, на два, в чем стояли, сказали, лишнего ничего не брать, только документы. Все, сумок мы ничего не брали. Оттуда нас пропускала, это ж ДНР. Ехали, мосты все разбитые. По доскам мосты, все вот так вот выезжали, останавливаться нельзя, даже в туалет нельзя было сходить. Вот такое дело было. Фух. А там уже, как говорится, доехали до Дебальцево, встречала украинская армия. Как говорится, увидели флаг украинский, у всех слезы на глазах были, все плакали. Говорит, слава Богу. А там сели в поезд, поехали. Я ехала в поезде с женщиной, но вот она мне дала переночевать, потому что мы приехали до утра. Утром я позвонила на 101. Мне сказали, посидите, подождите, сейчас решим ваш вопрос. Вот. Я сижу, дождь идет, так люди подходят, пытают, смотрят, что я раздета. Они приехали, меня забрали и привезли сюда в центр. Ну и вот живу я здесь. Вот. Центр хороший. Тепло, хорошо. Одели меня, что могли, обули. Каритас, Красный Крест помог. Вот. Кормят? Кормят. У меня проблема одна с лекарствами. Вот это, что мне не за что купить. Сейчас я не знаю. У меня то, что брали в Новолынске, Каритас мне брал последнее, в мае брал на 3 месяца, оно вот заканчивается. А чего это лекарство? Это сердечные, это от давления, это от сахара у меня. Плюс мне надо сейчас и глюкоза, и после операции онкологической тоже ж надо. А это постоянное лекарство, его надо. А операцию вам где делали? Операцию делали здесь, как переселенка, пока что-то это обходила. Становилась на учет, как беженка. Вот. Стала в социальную, в пенсионную службу. Вот, но пенсионная служба еще пока я ничего не получаю. Не пришли мои документы, мне нет. Материально не за что даже купить. Вот, пенсии еще нет, ни переселенских нет. А тут же стала на учет во всех врачах. В последнюю очередь пошла к онкологу уже, в областную. Пришла, он же посмотрела все. А вот говорит, а почему вас не прооперировали в Луцке, говорит. Говорит, они же видели. Говорю, видели, сказали, еще рано, говорю. Вот и все. И он говорит, чтоб не было поздно, говорит. Дробнер прооперировал, Гарри Йосипович. Бесплатно сделали операцию, бесплатно меня после операции лечили. Вот, все, дай бог им здоровья, девочкам все за мной ухаживали. Вот так вот. Прооперировали. Это я лежу. Улыбочка до ушей, потому что живая. Проблеми зі здоров'ям у Віри Миколаївни почалися після аварії, що сталося у 2000 році. Тоді навіть лікарі не вірили, що жінка виживе. Впала під машину я, стояла на остановці, підняла руку і попала в машину під аварію. Так. Він мене збив, здав назад, проїхав і удрав. Отак от була аварія. На той момент в нашій, говорить, Україні закон який був, якщо я стояла в центрі зайнятості, то это не считается производственной травмой. Вот. Я год еще лежала вообще прикованная к кровати. Потом полгода на костылях прыгала, а потом уже с палочкой. И мне не давали ни группу, мне не давали ничего. Говорит, работать, говорит. Только когда пойдешь работать, тогда тебе дадут группу. А кто меня возьмет на работу, если у меня нет здоровья? Не было. Вот такое было. Потом в 2002-м я устраивает меня свекровь на работу к себе на шахту. Вот.
Меня берут временно, как с испытательным сроком, 2 месяца. Я отрабатываю их потихоньку. Вот. Хотя врачи ни в какую не хотели никто подписывать. А мне тогда еще надо было операция на коленный сустав. Я говорю, мне надо операцию, где я возьму деньги. И вот только на таком условии они мне подписали, чтобы я поработала эти 2 месяца. А потом, когда я перешла уже на постоянное, меня автоматически перевели. Я на 4-й день попала в лекарню. И уже 1,8 года я с больницы не выходила. Мне дали сначала 3-ю группу. А через 1/2 года у меня получилось у меня вздутие толстого кишечника, потому что проехала машина по тазу. У меня вздулся живот. Они не знали, что у меня, что только не ставили. Уже давно на кладбище должна быть, я еще живу. Ну так. И все. И потом мне дали досрочно 2-ю группу. Я 2 года была на 2-й группе. Потом, как на комиссию прохожу, ты ж не работаешь, не работай. Ну, хватит тебе и 3-й. Вот так вот. И ковыляю. 8 лет каждый год я обходила на комиссию. Потом, ну, каждый год у меня добавлялось болячки. То зрение начало падать, потом сердце начало болеть, потом сахар, потом печень. И пошло все в кучу. Букет, как говорится. Хвороби та відсутність житла – це не всі проблеми Віри Миколаївни. Жінка у свої 54 залишилася абсолютно одна, поховавши 5 чоловіків. Коли виходила заміж востаннє, боялася. Сашка, говорю, я вже замучилась, говорю, вас хоронення. Ну, так і ж, говорю, пройшло 2,5 года, заболіло літом воспаління легких. Згоріла легка за 10 днів в больниці, згоріла. 39 років мальчику було. Я все молила, говорю, Бога, тут Саша умирает, тут сестра в онкологии умирает. Я говорю, хоть бы не в один день. Я молила Бога, говорю, Господи, хоть бы не в один день. У меня 50 дней разница была у них после смерти мужа. А 3 года, наверное, другая сестра умерла тоже. Тоже забрала ее к себе в декабре месяце. Тоже так мучилась. А вот старший в другой же рак груди тоже был. Не прооперировали, потому что сердце больное, неврожденное было. Ей сказали, что можете на столе умереть операционно. Надо было писать. Она говорит, не стала писать. Говорит, Вера, сколько Бог даст, столько проживу. Говорит, все. И это она уже переехала перед Новым годом, в числах 20-х, и уже до июля месяца она у меня. Я уже по больницам бегала, уже все ей. И морфий даже не помогал, ничего не помогал. Я уже самой плохо было, потому что ее пенсия уходила только, как говорится, на химиотерапию, на вот это, на все. Сама больная пошла тоже на летом там рядышком кафе посуду. Боже, по 15 часов не я мыла, а, наверное, посуда меня мыла. На эту раковину так вот уже падала сил мне. А что, что-то надо было кормить, что-то надо покупать было, как-то выживать. Ой, забыла, досталося. Думаєш, тільки одно, тут друге. І жінці лише залишається гадати, як виживають ті, хто залишився під щоденними обстрілами. І думка ця не дає їй спокою ні вдень, ні вночі. Ти думаєш, як там мамка, як там Олешка, оставила, що жила. Мамка, то... Ну, свекруха моя, да. То есть я хоть за ней ухаживала, тоже и сахар, и сердце не дает. И Олег, инвалид детства, ДЦП, это моего мужа покойного, ну, мама, и его брат. Вот. То есть я за ними все время на неделю по 2 раза шли. Вчера звонит, плачет, говорит, Вера, Веш, кроме тебя никого нету. Говорит, никому не помочь, ничего. Говорит. И я не могу поехать. Я говорю, туда, мам, не въезд, а что я приеду, говорю. Я говорю, не пускают, говорю, ни туда, ни оттуда, говорю. Thank you.
за період, даний період цій людині було надано досить велику кількість соціальних послуг. Зокрема, тісно ми співпрацювали з медичними установами, зокрема з департаментом охорони здоров'я Хмельницької області, з мамологічним відділенням нашої обласної лікарні щодо проведення операції, а також з гастроентерологічним відділенням. Тобто до даної людини дуже багато проблем зі здоров'ям, і відповідно ми зверталися у всі структури. Також, ну, звичайно, що ми тісно співпрацюємо із управлінням соціального захисту міста Хмельницького, з міським пенсійним фондом, які допомагають, також з міською міграційною службою, які надають свій спектр послуг цій людині для того, щоб її більш комфортніше жилося у нашому місті Хмельницькому. Також варто відмітити ряд благодійних організацій, зокрема благодійний фонд «Карітас». Велика вдячність Івану Донкевичу, цю Івану Донкевичу, який на даний час займається купівлею лікарських препаратів для Віри Миколаївни, також надає гуманітарну допомогу речами. Також велика потяга благодійному фонду «Ксена», який також працює з переселенцями. Ну і також багатьом-багатьом організаціям, до яких ми зверталися. Я взагалі хотіла поблагодарити, що, знаєте, як і пожарників, що допомогли мені, і гарячу лінію міста Хмельницького, що определили мене в центр. Поблагодарить этот центр, что дает возможность побыть пока у них, пережить это тяжелое время. Вот. Хочу поблагодарить врачей онкомологического отделения хирургическое номер 1 Дробнера Гарри Йосиповича. Вот. Всех медицинских сестер, нянечек, кто мне помогал, кто обслуживал, анестезиолога, кто мне диету давал. Спасибо им большое. И врачей поликлиники номер 1, которые дали возможность меня, как говорится, и на учет стать, и выделяют таблетки от сукра бескоштовно, и обследуют меня. Дай Бог им всем здоровья, конечно, огромного-огромного. И всех небайдужих людей, кто помогает мне. Всем тем людям я щиро дякую. Низкий ему клин. Здоровья, любови, терпіння до всіх нас, переселенців. Хай Господь благословляє і хранить. Не желаю, не хочу, щоб вони в таку ситуацію попадали. Щоб у кожного була крыша своя над головою. Дуже дуже тяжело. Хочется, конечно, дома. Ну а что сделаешь дома? Зарабатывал эти квартиры, чтобы спокойно жить. Семья же была, все. Сейчас никого нету. Сам живешь и не знаю, сколько Бог даст проживешь. Надеяться. Дай Бог всем здоров'я. Так, дякую.